Во Владимире на улице Полины Осипенко загорелся ларек с шаурмой. Пожар случился в понедельник в половине восьмого утра. На место выехали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. В результате происшествия сгорела внутренняя отделка и оборудование. Пострадавших нет, сообщили в тревожном ведомстве. По предварительной версии, пожар случился из-за аварийного электрооборудования. В минувшие выходные на улице Устья на Лабе в доме номер 27А загорелась квартира. Когда пожарные прибыли на место, из окон шел сильный дым. Спасатели эвакуировали 20 человек. Пожар удалось потушить. В одной из квартир сгорела кухня. На месте происшествия работали 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники. В пресс-службе ведомства сообщили, информация о погибших и пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается. В Меленковском районе уплыл частный дом. Момент обрушения здания в реку удалось запечатлеть очевидцу. Инцидент произошел в деревне Елина. Из-за половодья берег Оки размыло. Деревянная двухэтажка буквально съехала в воду. Как сообщили в МЧС, дом был нежилой и никто не пострадал. Известно, что здание построено с множеством нарушений. Дом стоял прямо на обрыве возле реки. Во Владимире пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в металлическое ограждение. ДТП произошло на улице Дзержинского. В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль и ограждение. По данным дорожной полиции, водитель был сильно пьян.